Здравствуйте, дорогие мои друзья! Наконец-то я вернулся с дачи и могу приступить к записи очередного ролика. На этот раз у нас очередная крутая финансовая сделка на просто гигантскую сумму. Данная сумма, в принципе, равна некоторым годовым бюджетам некоторых стран. Временами у меня на канале мелькало вот такое название под названием GitHub. GitHub — это такой ресурс, на котором публикуются исходные коды, всяческие стартапы, всяческие штуковины полезные. Вот, например, корпорация Microsoft не так давно опубликовала исходные коды знаменитого файлового менеджера еще с третьей версии Microsoft Windows. Или корпорация IBM выложила на GitHub 44 тысячи строчек кода. Естественно, все, что там выложено, любой программист может взять и попробовать что-то из этого сделать. Проще всего, как охарактеризовать GitHub? Это крупнейший веб-сервис для хостинга и IT-проектов и их совместные разработки. Вот так это все дело правильно называется. Итак, давайте сразу к делу. Данная новость является второй после новости, которая касается гена, который сделал из обезьяны человек. Скажу сразу, корпорация Microsoft хочет купить GitHub за 5 миллиардов долларов. И ходят слухи, что все-таки они могут выкупить GitHub. Было дело, что в 2015 году уже хотели выкупить GitHub за 2 миллиарда долларов, однако товарищи слишком завысили цену, после этого GitHub никто так и не выкупил. Microsoft готова не только возглавить GitHub, но и финансировать всяческие стартапы, то есть вкладывать деньги во всяческие начинающие проекты. Например, где-то год, около полутора года назад, вот такие маленькие проекты, как Ubuntu от Canonical, допустим, от Novel's Use, даже поместили в майкрософтовский магазин, представляете? Это позволило некоторым пользователям узнать про эти экзотические операционные системы. Я не удивлюсь, если в скором времени они позволят Вайну, допустим, запускать какие-то игры даже в 20, даже в 30 FPS. Грубо говоря, подымут с колен все это никчемное, пожертвуют свои знания. Кто его знает, возможно, через год, два, три они приобретут Linux Foundation, все возможно. Или Red Hat и возьмут на работу Линуса Торвальдса. Прошу вас особо не бомбить, я просто передаю вам содержание статьи, сразу говорю. Также в статье говорится, что в 2017 году вроде бы GitHub собирался оставаться самостоятельным, но, видимо, шуршание денег все-таки делает свое дело, и все-таки, наверное, GitHub будет в руках корпорации Microsoft. Будет интересно понаблюдать за данной сделкой. Интересно, какие плюсы получит от этого Microsoft. Хочется почитать ваше адекватное, надеюсь, мнение. Ну и всем хорошего вечера. Всем пока.